Как дела? Не родила. Больная тема, кстати, для нас. Просто миллиард вопросов каждый день по поводу детей. Не для нас, а для всех, кто нас окружает. Да, по поводу детей это, конечно... Ну ладно, не об этом. Что мы сегодня готовим? Сегодня мы приготовим что-то среднее между пиццей и запеканкой. ПП, естественно. Естественно. Для основы нам понадобится кабачок отжатый, натертый, яйки, рисовая мука. Сверху мы это все накроем грибочками. В наш натертый кабачок отжатый. Отжали мы лишнюю жидкость, чтобы там все ничего не плавало. Добавляем яйца. И тщательно перемешиваем. Добавляем любимые натуральные специи. Теперь понемногу добавляем рисовую муку. Тщательно перемешиваем. Выкладываем нашу основу в форму. Здесь у нас мука, кабачок, яйца, специи, соль. Сверху добавляем грибы обжаренные. Обжарила для того, чтобы было меньше жидкости, потому что когда грибы жарятся, выделяется много воды. Сверху выкладываем помидорки. И перед тем, как ставить запекать, нужно добавить важный ингредиент. Давай. Щепоточку любви. Наша запеканка готова, выпекалась она 40 минут при 180 градусах. За 10 минут до конца мы присыпали ее сыром. И все, она божественна. Приятного аппетита. Кто мог подумать, что это из кабачков. А это не колбаса, это помидоры. Выглядит как салям. Ага.